Здравствуйте, мои дорогие зрители. Вы смотрите канал Ладо, Ладос Архи на Ютубе. Я вам покажу краткое видео, которое снимаю в Тбилиси, в старом городе. С площади Европы. Вот площадь Европы. Мы же одним шагом уже в Европе. Вот я вам показываю площадь Европы. Повторяю, мы одним шагом в Европе. И я хочу показать, что с площади Европы всего один шаг до площади Авлабара, то есть до Авлабарского метро. Пешим ходом поднимемся мы на Авлабар. Я вам покажу достопримечательности старого города. Стеклянный мост, канатка. Воздушный шар. И вот площадь Европы, вот. Все, отсюда один шаг, грубо говоря, до Авлабарского метро. Пешим ходом поднимемся мы. Вот вы видите собаку, которая радуется, что мы уже одним шагом в Европе. Она радуется, встала собака. И нас приветствует. Вот она уже хвостиком машет. Ты рада, да? Да, она рада, что мы в Европе. Полно иностранцев. Двухэтажные автобусы для туристов. Прогулочные автобусы. Старая крепость. Я хочу вам показать еще одну интересную вещь. Вода, которая вытекает из, течет из скал. Ну, вообще, в старое время говорили, что это лечебная вода. Здесь приходили раньше люди. Ну, здесь очень много туристов снимают фото. Вот смотрите, плачущая гора, которая вот, это я так назвал просто. Раньше говорили, что эта вода лечебная, то есть, ну, в большем случае они говорили, старые люди, что лечит эта вода глаза. Приходили здесь каждое утро и умывали глаза. Вот вода течет, посмотрите. Вот, смотрите. Вот уже много веков с этой горы. Вот так по капле идет эта вода. Если верить старым людям, старым тбилисцам, это лечебная вода. Повторяю, которая лечит глаза. Если попадете сюда, в старом городе, можно это... Вам не помещает, можно просто умыться, помыть глаза и сфоткаться. На память неплохое место. Ну, отсюда раскрывается панорама на фуникулёр. И это просто с Европы. И продолжим дорогу. Ну, с левой стороны парк Рихе, это прогулочная, специально парк Рихе. И поднимемся до метро Авлабар.
Сейчас очень много точек, которые продают грузинское вино. Грузинское вино подают по стаканам. Проходя по этой дороге, вы можете встретить очень много точек, клубов, маленьких баров, винных домов, вот винных домов. Где можете попробовать истинно грузинское вино, чистое. Можете попробовать. Ну, здесь продаются различные изделия, сувениры. Различные сувениры продаются. Вокруг очень много ресторанов и гостиниц. Старинные балконы украшают старый город. Тоже винный магазин. И слышим звон с армянской церкви. Звонят колокола армянской церкви Эчмиадзин, прямо вот как поднимаемся с площади Европы, с левой стороны церковь Эчмиадзин. Вот вы видите церковь Эчмиадзин. Это филиал ереванского Эчмиадзина в Грузии, в Тбилиси, который находится на Улабаре. Продолжаем дорогу, поднимаемся к площади. Как я вначале говорил, один шаг мы в Европе уже одним шагом. И ровно один шаг нужен с площади Европы в Тбилиси до площади Аулабара, метро. Один шаг. Мне понадобилось где-то 7 минут, чтобы и по ходу я останавливался и рассказывал то, что мог, то, что знал. Вообще-то я старый Тбилисец, но иногда, когда записываешь видео, сразу в голову не приходит, что, что, где, что. Описать сложно, снимая и одновременно рассказывая. Вы меня поймете, наверное. Вот еще одна гостиница. Вот еще одна гостиница, новая тоже. Вот и площадь, Аулабарская площадь, то есть площадь старая, метро Аулабари. Вот пришли один шаг, я как говорил. Все, заканчиваю я свою съемку. Вы знаете, что я на моем канале большинство рекламирую недвижимость, а иногда снимаю различные ролики, познавательные для туристов. Разные развлекательные ролики. Спасибо за внимание. Вы смотрели мой канал «Ладос Архи».
просьба подписаться на канал. Спасибо всем. Я прощаюсь с вами. Я перехожу дорогу в опасном месте. Я спешу, потому что стоит мой автобус. Потому я перешел на красный свет. Все, я прощаюсь с вами. До следующей встречи.